Из спортивной гимнастики в тайский бокс Анастасия Христюкова пришла больше 4 лет назад. Привлекло разнообразие ударных техник и приемов, говорит девушка. Вдохновение помогает выступать на соревнованиях, особенно на таких серьезных, как первенство мира, которое недавно завершилось в Таиланде. По итогам состязаний Настя принесла в копилку сборной серебро. Соревнования ходили так, сложновато. Вообще-то мне понравилось. Там была атмосфера вот прям тайская. Прям соревнования были такие вот прям масштабные. В финале первенства Анастасия билась с хозяйкой турнира, с девушкой старше и опытнее. О том, с кем придется бороться, стало известно за вечер до состязания. Но Настя не спасовала и выложилась на 100%. По решению судей золото досталось представительнице Таиланда. Но здесь роль сыграла уникальная система судейства этого региона. Азиатская система судейства дает приоритет на такие элементы, как скручивание, клинч и так далее. Мы же делали ставку на ударную технику, опираясь на европейскую ИФМА, систему оценки. Вот такая вот интересная особенность. Мы же тоже учимся вместе с нашими спортсменами. Еще один чемпион от Самарской области Дмитрий Суханов принес нашей сборной серебряную медаль. Парень признался, трудности возникли только в финале. И хотя драться пришлось не с хозяевами турнира, традиционно сильной командой, противник из Беларуси тоже оказался непрост. Был поставлен хорошо удары. Сила в ударах чувствовалась. Эстонец, который был в полуфинале, ну, то есть уровня, мне кажется, не мира. Он был довольно слабый. На России соперники то сильнее бывают. Выступлением ребят остались довольны и тренеры. Ребята молодцы. Порадовали, так скажем. Это у нас первопроходцы после большого перерыва, которые на международной арене по тайскому боксу выстрелили. Вот, и показали другим ребятам пример. Сборная из России на первенстве мира по тайскому боксу показала наивысший результат. В общекомандном зачете наши спортсмены на первом месте. Из 108 заработанных медалей – 70 золотых. Следующим этапом для нашей сборной станут Олимпийские игры. Ведь в этом году тайский бокс вошел в соответствующий перечень видов спорта. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.